По-моему, батоны только очки дают. Блин, вот это вообще трололо. Я вроде как взял, но не успел отлететь и попался в ловушку. Может вообще не трогать эти сраные крабы. Впервые такое вижу на самом деле. Привет, Марио Карт. Еще один шмап проходим. Тоже похоже на японскую мифологию. Можно было по низу лететь долго, можно было поверху шмальнуть чувака и попасть. Я не знаю, что это, бонус левел или что. Ну, не то чтобы все. Блять, уменьшись. Не то чтобы все, но те, которые выбрал хотя бы. Я не буду выбирать здесь повара, получше вообще вот таким маленьким. Еще там около 20 игр. Mario Kart. Мы допроходим на Dendy еще несколько игр после этого. У нас еще остается на Master System недопройденных там игр 15, по-моему, там. Дальше уже не могу сказать, настолько далеко. Да блин. Oh,
Нашли мы его, похоже. Какие-то квадраты тут непонятные собираем. Полимовис, если б я знал экран японском, я слабо представляю, что происходит здесь. Привет, Громозека. Я не знаю, кто я сейчас. Утка-самурай или что-то типа. Закидали его электропсами. Есть такое слово на русском языке. В прошлый раз у нас... Был ли у нас два в прошлый раз? Это я не уверен. Да нет, я хотел убить его, а не получить еще раз урон. Лопата какая-то была, я не понял, я мог ее куда пройти? Или метла? Это вроде. Ну
Идите нахер от меня, зонты. Черт. Пидр. Поймал нас. Я что-то там за столбом нахожу, но что конкретно это, я не знаю. Ага. Квак с пупком, вы говорите, да? Да, видите, тут одна из них какая-то серенькая. Если бы мы нашли бонус уровень, прошли его, она была бы нормальная. Да, вот это здесь пригодится. Этот уровень мы еще не видели. Кажется, это перевернутый замок. Сверху. Сливание, что ли? Симфония... О! Меня запылесосило, какая-то мразь. Привет, Зеребович.
Привет, транзистор. Да не то чтобы. Мы где-то сколько? Игр 30, наверное, отобрали. Или чуть больше. Нам осталось еще. Штук 20 пройти. И потом пересядем на что-нибудь еще. Да, мне вот, я не знаю, ты вчера видел, я у Ченгера был, я ему рекомендовал пару шмапов. Older Blade, мне понравился шмап. Еще Legendary Axe, неплохой платформер. В остальном, наверное, все более-менее. Были действительно сложные игры. Это мне все надо разломать или как? Вот Override еще неплохой шмат. Мне тоже зашел. Adventure Island мы же еще не прошли. Транзистор спрашивает про отстримленное. Нью Adventure Island топовая игра тоже, но мы еще не играли в нее, не проходили ее полностью. А самое сложное, что было, это, наверное, Swansong 2. Жесткая игра. Мы ее дольше всего проходили из остальных. Нормальный такой бонус уровень. Полидайвер не на PC Engine. По PC Engine мы же сейчас говорили. Транзистор, ну у меня цель пройти много игр, я типа 1000 игр на стриме прохожу. Сложность обычно средняя, которая по умолчанию стоит. И долго не получается пройти, могу понизить в принципе. Но обычно не приходится понижать. Не помню даже игры, на какой именно пришлось. Но мы у Adventure Island на PC Engine прошли же, я не знаю, Мира 3 в прошлый раз. Просто так. Но я не думаю, что игра сможет испортить себе впечатление. Надеюсь, по крайней мере. Я попал. Когда этот уровень закончится? Мне надо что-то разбить, я не знаю что. Ну вот, я думал, что игра Ninja Shadow очень крутая будет. По сути, оказалась проходной. Очень короткой. И достаточно простой, кроме последнего кусочка игры. Oh.
Так, куда? Мне же не бесконечно, чтобы летать, правда? В прошлый раз вроде короткая эта штука была. И маятники нужно сфигачить. Ага, попался. Транзистор я точно не знаю, при действующей точно можно. Я всегда делал при действующей. И эта штука засасывает. Типа хост, например, обычный можно в любое время сделать. А вот с рейдом не могу сказать. А если кто не знает, мы еще на железе играем практически все время. Привет, Литл. Так, что происходит? Сейчас тоже. Вот мой PC Engine стоит. Мы спасли девочку. Это же не конец игры, правда? До Сеги еще дойдем. PC Engine, наверное, самая маленькая консолька из десктопных моих. Ну, Little... Ничего особенного там вы не пропустили, я тогда еще только начинал. Смотрю видосы. Часть там я на английском стримил, часть там ни хрена не слышно. Часть еще там что-то. Сейчас я вроде более-менее все наладил. До сих пор. Да, и без бороды еще. Да блин. Там даже в парашют нельзя врезаться. Ну я тут не буду проходить градиусы. Или лайффорсы какие-нибудь. Вроде есть саламандр. Просто мне не нравятся эти шмапы. Тем, что там ты все бонусы сразу теряешь. Окей. Невозможно восстановиться. Эх. И на Неста не хотел бы проходить. Я считаю, что здесь есть интереснее шмапы. О!
Тупик. Интереснее, лучше. В плане сложности. Адекватнее. Попался. Тут вроде, да, Life Force, он здесь Саламандр по-называется. Я не ошибаюсь, это та же игра. Насчет какие тут градусы есть, не уверен. Да, ну это особенно тем, кому шмапы нравятся, здесь много хороших игр найдется. Я небольшой фанат шмапов, но все равно играю в хорошие здесь. А, он там, он появился, по-моему, перед этим. Мне так показалось. Или нет. Я точно хочу в тот бонус левел. Или нет. Классное начало, мне нравится. Мы, наверное, плохую концовку получим, если найдем все квадраты. Да помогите. Не хочу умирать. Курочки и жабы. О-оу. Кажется, мы долетели до чекпоинта. Oh,
Мы можем здесь бесконечно летать по кругу. Нам же нужно где-то здесь найти того чувака, который, видимо, главный злодей здесь, или типа того, я не знаю. Или дверь. Видимо, дверь, где он прячется. Джокин, проверяешь меня? Сакура цветет. Это босс Сакура сейчас будет, нет? Нет, похоже, нет. Привет, Ян. Сейчас босс будет, я думаю. Интересно, в этих деревянных тапках вообще удобно ходить? Ой. Тут странно. А, опять этот поезд. Начало тут меня напрягает. Тихо. Ну, транзистор и японский шмап, или вообще многие японские игры. Для нас как выглядит, непонятно. Была игра, где пружинкой надо играть. Она вроде не японская, кажется. Хотя нет, она на японском была. Но это, наверное, самое странное, что я видел за все время. Забавно. Не слышал такого термина, но я понял смысл. Ну, мы, наверное, парочку прошли кьютовы мапов. Уже здесь Винби здесь есть, Пародиус и еще Magical что-то там.
Да, в детстве она не стреляла. Ну, чуваки называли ее Гофрой еще. Но по сути она примерно как любая дружинка из детства себя ведет. Так, я не понял. Где это место? В прошлый раз же легко нашел. Все плохо. Не надо было вообще сюда идти. Ага, вот. Надо пол где-то разбить. Похоже. Не каждым оружием это можно сделать еще. Привет, Зертис. Ай, пидор. Дурацкий уровень. Так, что-то я затупил. Я думал, там бэкграунд какой-то плывет. Отвлекся на чат посмотреть. Зертис, ты азиатский шмап смотришь сейчас.
Какие ответы ты от меня хочешь? Откуда мне знать, что это? Мне кажется, надо слиться. С одной жизни, ну, в самом начале. Ты на Википедии, что ли, посмотрел, во что мы играем? Что еще там пишут? Получилось. Кое-как. Вот, он прилип.
Из-за этого нас опускает на землю. Свинья. Примерно как в баке. На последнем уровне. Лол, это Фредди Крюгер. Там был Джейсон, видимо, и Фредди Крюгер. Они там в Японии-то вообще знают про этих людей? Нам, похоже, осталось где-то 2-3 уровня. Так, а чё, я ничего не знаю на сегодня. Потом проходить, у нас еще все эти контры не пройдены. Верно, Фаня. Я-то в целом не против, но... Блин, кит засосал нас. А, я не видел. Не видел, что меня засасывает за этими пузырями.
первый тур, если на двоих проходится, разве я что-то не помню. Их на двоих можно играть? А, чё так быстро? Где перезарядка? Я не знаю. В смысле, неуязвимость времени. Было бы неплохо ее победить сейчас. Да блин, ты чё, мне под воду надо было лезть? Тут экран не дал вверх скроллиться в этот момент. Ну ладно, вроде уровень не отстойный. Играть можно. Ничего страшного, перепройдем. Птицы что-то с глазами, мне кажется. Они вообще видят, что куда летят. Опять нас свинья поймала. А две свиньи вообще жестко, смотрите. Или это три свиньи было? Опять свинья нас поймала. Да ничего на фоне. Буду знать, что ты здесь стану. Тебе босс же это не от Mozilla система, чуть я не помню.
Или да. Может под водой вообще находиться, не знаю. Где там лучше будет. Понятное дело. Что, он вообще под водой что-то может не сделать? Ага, птицы тоже плавают. Правильно, что я не могу разворачиваться. Рулить между птицами как-то такое себе. Они везде мешают. Блин, ну вот если бы я смог стрелять в другую сторону, как бы такое простило, а? Может, если я слева от него встану, где-нибудь вот здесь. И буду стрелять. Да. Ну, ладно, прокатило, прокатило. Мы здесь, правда, не нашли квадрат, но мне все равно. И, типа, если мы не находим, то он нам дает, но серенький. Не знаю, на что это повлияет, может на вас босса как-то влияет, может на концовку, и на то, и на другое. Так, что-то кто-то куда-то на лодке плывет. Большой город. Вроде не было заставок между уровнями до этого. Значит, это последний левел?
внизу опять ловушка. Фиг я туда полезу. Видели, там был как раз этот дополнительный уровень, похоже. Чувак прятался в горшке. Ай. Воу, ничего себе, чуваки умеют. Я не знаю, что здесь происходит. Но дерьма всякого много. Особенно, когда ты не можешь даже обычных врагов убить нормально. Я не понимаю, что сверху свисает все-таки. Какая-то хрень непонятная. Босс файт, что ли? Похоже. Не знаю, как здесь большим пройти. Вот и маленьким-то что-то жестко. Oh.
Well, Robster, it maybe not that fun joke. Нашли. Действительно, он здесь был. Да, тут можно елой стрелять. А этот уровень, кстати, напоминает с костлой что-нибудь. Попался. Я так и знал, что в одном из гробов что-то будет. И он оказался последним. Да блин. Это липкая лента, может быть, я не знаю. Так, мне дали жизнь. Я не знаю, что эффективнее, чарджем бить или вот так зербить. В любом случае, это не просто уклониться от всего этого дерьма там. Oh, what?
Было бы неплохо его победить сейчас. И нас придавило, и он что-то украл у нас. А чувак ему по голове дал молотком. Типа не всю картинку нам открыли. В конце. Еще на что-то это повлияло бы. Интересно. Я думаю, и так можно увидеть, что здесь примерно происходит. Тоже это GG. Тоже это GG. Давайте добавим игру в пройденные. Спасибо, любитель. Привет. Давайте добавим игру в пройденные и будем выбирать следующую игру. 257-я игра пройдена у нас на стриме. Момент отсчета.